Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла-пуговицы. Для этого нам понадобится прозрачная основа Белоруссия Мельта, белая основа Мельта. Необходимо будут несколько видов форм. Я буду использовать форму круг пластиковую, силиконовая форма шестиугольник и силиконовая форма прямоугольник. Также необходимо будут отдушка, белый персик, косметическое масло рисовых отрубей, краситель ультра мультифруктовый, краситель ультра лимонный, пигмент жидкий красный, пигмент жидкий зеленый, краситель сиреневое наваждение ультра и краситель ультра аквамарин. Также необходима будет форма на планшете пуговицы силиконовая. Выглядит она вот так вот. Необходим будет пластиковая вырубка в форме цветочка. Несколько термостойких стеклянных стаканов. Спиртол. Для начала растопим небольшое количество белой основы. После того, как белая основа растоплена, мы добавляем отдушку. Добавляем косметическое масло и добавляем краситель. Все хорошенько перемешиваем для того, чтобы краситель полностью растворился в основе. После того, как краситель полностью растворился в основе, мы заливаем его в формочку. Также ждем, пока они полностью застынут. Следующий краситель, который мы будем добавлять в основу, будет краситель ультра аквамарин. Мы добавляем несколько капель красителя. Добавляем масло. Добавляем несколько капель отдушки и все тщательно перемешиваем и заливаем основу в формочку. И оставляем до полного остывания. Далее в основу добавляем краситель лимонный. Оставляем до полного застывания. Далее в растопленную белую основу мы добавили краситель мультифруктовый, добавили отдушку, добавили масло и залили основу в прямоугольную силиконовую форму. Основа у нас почти уже застыла, такая вот она мягенькая еще. Мы достаем ее из формы и с помощью пластикового плунжера вырезаем цветочки.
все мелкие детали для нашего мыла готово. Теперь растапливаем прозрачную основу. Форму круг. Для этого мы хорошенько сбрызгиваем ее спиртолом. Растопили прозрачную основу. Добавляем туда буквально одну капельку отдушки. Нам необходимо, чтобы основа была максимально прозрачной. Все смешиваем. И заливаем тоненьким-тоненьким слоем. И вкладываем сюда наши пуговицы. И оставляем до полного застывания. Теперь тоненьким слоем заливаем шестиугольную основу. Даем ей немного просохнуть. И туда вкладываем наши пуговицы. Также берем основу прямоугольную и также тонким слоем заливаем оставшуюся основу. Сбрызгиваем спиртолом и даем этим слоям немного застыть. Теперь, после того, как первый слой немного застыл, мы растопили основу и начинаем складывать пуговки. Лишнюю пену убираем спиртовым и ждем, пока этот слой немного также подсохнет. После того, как слой за слоем мы выложили все пуговки, а мыло хорошо застыло, и у нас получились вот такие вот разноцветные яркие фигурки. Последним слоем мы заливаем остаточки основы, которые у нас остались. Сбрызгиваем спиртолом и даем хорошо застыть. Когда разноцветные верхние слоя основы хорошенько застыли, мы достали мыло из формочки. Выглядит оно вот так вот. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте обязательно подписываться, ставить лайки. До скорых встреч!